Традиционно в первую неделю после празднования Пасхи епископ Мариинский Юргинский Иннокентий посещает храмы епархии. Так, в одной из церквей он возглавил богослужение в день памяти блаженной Матроны Московской. В ходе празднования торжества Пасхи епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий возглавил ряд богослужений в храмах епархии. Так, с праздничным визитом он уже побывал в городах Топки и Тайга. Одно из богослужений состоялось в молодом храме Сретения Господня в Юрге. Он был освящен в 2012 году. Сослужил архипастырь духовенства храма при молитвенной помощи прихожан, которым даже погодные неурядицы не смогли помешать. Праздничное богослужение прошло в день памяти великой православной святой Матроны Московской. Ковчег с частицей святых мощей угодницы Божией уже несколько лет хранится в храме Сретения Господня, и многие жители прибегают к этой подвижнице со своими просьбами о помощи в духовных и житейских делах.